Всем привет! Что можно купить на минимальную зарплату в Турции? Минимальная оплата труда в Турции составляет 330 лир в день. И на эту сумму мы попробуем закупиться. Пойдемте закупимся. Для начала мы пойдем в магазин А101 и купим несколько позиций из нашего списка. Итак, возьмем курицу. Курица стоит 42 лиры за килограмм. Возьмем, к примеру, курицу весом 1,6 кг. Возьмем десяток яиц. Он стоит 28,90 за 10 штук. Пачка молока 3,1%. 18,50. Один килограмм сахара 26,50. Бутылка масла 1 литр 37,50. Возьмем одну пачку спагетти весом 0,5 кг за 11,75. И возьмем одну пачку простых макарон весом 0,5 кг за 7,70. Соль 1,5 кг, 6 лир, 75 рублей. Итак, вот мы вернулись из магазина. Сумма чека составила 205 лир. То есть у нас осталось 125 лир на остальные покупки, которые мы сделаем уже на рынке. И вот мы на рынке. Кстати, небольшой лайфхак. Если вы придете на рынок в Турции, то нужно для начала походить по нему и присмотреться к ценам для того, чтобы закупиться с максимальной выгодой. Возьмем 2 килограмма картофеля по 10 лир за килограмм. Также возьмем 1 килограмм лука за 15 лир. Возьмем 0,5 кг помидора за 30 лир за килограмм. Также возьмем пучок петрушки за 3 лиры. Возьмем 0,5 кг моркови за 12 лир за килограмм. Возьмем 1 килограмм яблок за 10 лир. Также мы возьмем пучок укропа и пучок лука, и это нам обойдется в 15 лир. Также мы купили вилок капусты. Капуста стоит 5 лир за килограмм. У нас здесь вилок на 10 лир. Также возьмем 1 килограмм апельсинов. Он стоит 15 лир. В банке осталось 17 лир. Возьмем лимонов 10 лир за килограмм. Возьмем 0,5 кг. И на оставшиеся 12 лир мы возьмем обычный турецкий батон. 2 штуки. Так как он стоит 5,90 за 1. Итак, что же мы купили? А мы купили яйца. 2 турецких батона. Молоко. Масло. Килограмм сахара, 0,5 кг спагетти, курицу 1,6 кг, 1,5 кг соли и 0,5 кг макарон. Итак, сейчас на столе лежит все, что мы купили в магазине. Давайте же посмотрим, что мы купили на рынке. А купили на рынке мы помидоры, несколько пучков зелени, куда входит укроп, петрушка и лук, вилок капусты,
морковь. Лук репчатый. Апельсины. Лимоны. Яблочки. И картофель. Вот такой набор продуктов можно купить в Турции, проработав один день на работе с минимальной оплатой труда. Много это или мало, решать вам. Давайте обсудим это в комментариях.